Здравствуйте. Как я и обещал, мы сейчас сделаем небольшой обзор рынка Ждановичи. Вот мы видим, какой у нас рынок Ждановичи. Вот это вот здание, это все автомобильные запчасти здесь продают. Там паркинг еще наверху на крыше. Можно переоформить машину? Да, можно тут сразу все сделать. И продать, и купить, и переоформить, и на деньги попасть. Можно все сделать, умудриться. Что характерно, без... Там он дальше, там строительный рынок. Вот это вот торговый дом. Здесь продают там одежду, сантехнику, всякую... Ну, все, что можно купить, здесь все продают. За американскую валюту. За всякую валюту. Ну, предпочтительно за американскую. Вот мы видим, мы зашли в это здание на втором этаже, где продают запчасти для автомобилей. Здесь продают как бы все, и аккумуляторы, и любые запчасти, масла, фильтра. Вот один из ларьков, который торгует всякими фильтрами, жидкостями также. Вот построены, значит, такие павильончики. А это уже открытый рынок тоже автозапчастей. Вот мы здесь видим, что здесь продают кузовные запчасти, БУ, разборочка так называемая. Кстати, на разборке можно купить здесь нормальную качественную запчасть, которая будет служить долгие годы. Колеса с дисками любых размеров. Вот вы видите тоже разборку, там стартера, генераторы, оптика тоже БУ, но в хорошем состоянии. А вот площадочка, где продают сами автомобили. Такая вот площадка. Вот здесь вот проходит продажа машин. Это вот переход между двумя этими рынками, как бы мы можем перейти дорогу поверху. Вот. А это мы уже попали на строительный рынок. Здесь вот мы видим салон по продаже дверей. Вот он тоже двухэтажное здание, такая сантехника, двери, все строительные материалы, которые нужны при строительстве и ремонте. На этом рынке можно найти обои. Вот световые приборы, люстры, бра, светильники различные. Карнизы, шторы, опять же, вот двери мы видим. Это вот салон Гранд, как бы есть тут небольшой такой лифт, панорамный такой более-менее. Ну что, вот такой вот краткий обзор рынка. Подписывайтесь на мой канал, если кому интересно, жду ваших комментариев. Удачи! Вот мы пришли опять на парковочку.